Наш же эфир, давай, Екатерина, начнем традиционно, наверное, со статистики потерь российской армии в российско-украинской войне. Итак, какие данные нам предоставил Генеральный штаб Украины? Давайте посмотрим. На 258-й день войны оккупанты уже понесли такие потери. Личный состав. 77 170 человек погибли в этой войне. РСЗО 391 единица, артиллерийские системы 1791. Этот список продолжают вот такие вот цифры. Вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и беспилотники были уничтожены в количестве 260 штук. Это про вертолеты, самолеты, как вы видите, их тоже больше было уже уничтожено, 278, ракет сбито 399, беспилотников 1476. Следующие цифры потерь – это средства противовоздушной обороны, 203 единицы. Специальной техники уничтожено уже практически 160 единиц. Автомобильная техника – 4216. Далее. Боевые танки, бронированные, да, машины – 5654. А вот танков уничтожили уже 2786 единиц. Корабли и катера – минус 16. Вот такие вот цифры на эти сутки. Слава Украине! Героям слава!